Дорога к городу. Городу будущего и уже настоящего. Здесь заканчивается дорога, созданная техникой, и начинается 10-километровая тропа, проложенная строителями города по девственной тайге. Саяна. Тайга, тысячелетиями не тронутая стопами и эмоциями человеческими. По древним преданиям, арии, населяющие эти места несколько тысячелетий назад и начавшие исход в мир из этих мест, запрещали охоту в этих лесах, сберегая их для будущего времени, когда на заре Золотого века потомки древних арийских племен вновь соберутся в единый народ, зарождая новую эпоху в истории человеческой. Ныне время истины, и она вновь пришла на землю собирать чад жаждущих ее в единый народ. Сегодня, 16 июля 1996 года, от Рождества первое явление истины Отца Небесного, или 16 июля 1936 года эпохи рассвета, учитель с учениками ступил на тропу, ведущую к городу Иерусалиму, и к первым строителям его, отдающим благо сердец своих в возведении первых строений предначертанного града. Сегодня учитель впервые ступил на эту тропу. Thank you.
На тропе возле города идущих ждали Сергей, Иван, Андрей и Александр. Одни из тех, кто начинал строительство града. Живущие на горе, горцы, как их называют равнинные общинные жители, редко видят учителя. Тем трепетнее бывают эти встречи, когда ученики стремятся пить каждый жест, каждое слово истины. Заповеданный Тюберкуль тоже ждал путников в красном хитоне и идущих за ним. 5 лет назад, в эти же летние дни, Виссарион впервые коснулся этого заповеданного чудесного озера. Thank you.
Саша Хрома. Прошу. Горох сухой, посмотрите. Гора сухая, и две ее вершины со стороны озера. На одной из них быть храму веры единой, на другой – небесной обители.
Около 2 лет назад учитель был на седловине горы Сухая и на вершине ее. В те дни второй половины сентября 1994 года учитель определил место будущего города и указал вершину, где должен быть храм веры единой. И молвил тогда учитель: «Ныне свершается предначертанное, и соберутся на горе Сион достойные чада Божии». Половина горы. Так строится город, так возводятся первые стены его. Вот такая тропа на гору. Вот эта тропа. 3 человека могут идти. Вот до склона, а здесь сад. Будущий. Садик, а? И прекраснейший сад. Да, и прекраснейший сад здесь. Персики и абрикосы здесь будут расти. Добро пожаловать.
Лесная фея. А может и не фея. Я новый работник по теплицам. Правда, хлеб не дал, сам первый. Сейчас говоришь такие слова. И рушник тоже не очень первый. Это моечная. Пока за этим столом никого нет. Землю оттуда, вот плодородный слой, который снимаю сейчас, я его туда, его на терраске выкладываю. Там уже вот у меня куча растет. Ножки нежилища. Здесь будет дом встречи с истиной. Необыкновенный камень, названный последователями истины камнем сердца, ибо напоминает очертаниями своими сердце человеческое, будет находиться в доме встреч с учителем. Камень строго ориентирован по сторонам света, дает силы, вернее восстанавливает их в соприкасающемся с ним. Во многих эзотерических учениях ищут камень сердца, кристалл сердца, ибо верят сказанию, что там, где этот камень, там Беловодье, страна, которую ждут ищущие спасения. Шамбала, как ее еще и называют. Ныне обретшие истину, нашли для себя и сказочный камень, и землю обетования нового. Thank you.
учитель возложил руку на камень и наполнил его силой своей, ибо камень устает от внимания и от стремления многих наполнится от него. Дом Ивана пока только на бумаге, но стоять он будет именно на этом месте. Спасибо. Это там до совершения. Сейчас я с лесом разберусь и начинать с магазина, потихоньку закрываться, потому что если магазин, лес можно будет зимой запустить. Ну, это сейчас там надо потом пускай строится, строится себе. Тропа, ведущая путников к храмовой вершине. Камень крещения – место таинства будущего. Вершина – здесь будет белокаменный храм. Чем-нибудь более достойным, то есть там сейчас можно
Такой, да? Допустим, тип вычислений. Ну, сейчас, да, сама спасибо, он вообще не будет остаться, все расчистить. Сейчас на пульс поставится, потому что надо будет точно и так проверить. Слушайте, какая номер сделать? Насколько возможно, убрать все лишнее. Как можно больше, конечно. То есть должен... Брать деревьев, по-моему, в общем-то, как можно больше. Да. А здесь выравнивать. Выравнивать, снимая дерн. Да. То есть вот там как-то дорога, да, вот, то есть снять прям, да. Да. С вершины на долину реки Добрат. Thank you.
Возвращение в седловину горы в строящийся город. Дом Сережи Викулова. А это второй этаж. Рубится отдельно. А это огурцы. Отличная грядка. Говорят, что они здесь не растут. А это дом Ахнафа. Сейчас будет. Вот я думаю, Володя, может, нам пришлет что-нибудь из этих дорог. Уже не один дом, оказывается. Не два и не три. Уже целый городок. Назначенное время, назначенное место, встреча с учителем. Особенность, на которую как бы она и проста, трудно обратить внимание. Вообще трудно обратить на многое внимание, потому что вы как бы еще не знаете, что такое учитель. Все рассуждают, гадают, соприкасаются с разными явлениями, но на самом деле никто не знает, что такое учитель. Хотя кое в чем правильно многие догадались. В некоторых описаниях, сказаниях, которые мне удалось прочитать, я нашел неплохие, наиболее приближенные понятия. Но все равно в целом еще пока присутствует большое непонимание. Ну и естественно, потому что об этом мог рассказать только сам учитель, потому что все остальные они могут только в чем-то догадываться. Какие-то истины могут ухватить, но узнать на самом деле невозможно без самого учителя. Возвестить истину не может никто, кроме слова, несущего истину.
Это только лишь сейчас приходит время, когда, возможно, однажды, хотя и с некоторыми искорками это происходит сейчас, может быть, возникнет такая глава об отце и сыне. Когда будут приоткрыты те истины, которые вам следует уже услышать. Многое, чтобы открывать, для этого требуется расширить сознание человека. Потому что то рассуждение, которое у вас присутствует от духовных истин, оно на уровне Ветхого Завета. Человек прекрасно как бы рассуждает о культуре, о технике, каким-то таким уже новым языком, какие-то термины, выражения, логически рассуждает. Как только начинает касаться духовной темы, у него такие рассуждения, которые можно было слышать у бабушек Средневековья. То же самое рассуждение. А он доказывает еще что-то так утвердительное. В духовных течениях идет та же самая направленность. Если мы сейчас в Румынии пребывали у одних йогов, а там интересная тоже ситуация. Выбрали интересную направленность йоги, где большей частью обращается внимание на сексуальную энергию. Это интересная, конечно, тема. Да. И где в то же время есть свои такие рассказы, но интересные такие пояснения понятий прелюбодеяния, где сразу, конечно же, просматривается, человек выбирает оттуда то, что ему хочется взять. Что будет оправдывать его собственное действие. И вот в этом случае люди вроде бы тоже и берут рассуждаться о Писании, о Евангелии. Но вообще тут, конечно, просматривается одна сторона, что именно в России рассуждают о духовной стороне более прогрессивное. Потому что рассуждение тех ребят, вроде бы они молодые ребята, рассуждают о духовном, много, казалось бы, посвящают этому времени. Но рассуждения у них такие, которые можно здесь встретить лишь у, опять же, пожилых людей, официальной веры, которые просто утверждают то, что они давно уже слышали от своих родителей. Это не пребывает в тех таких очень ограниченных суждениях. Им сложнее донести что-то новое. Их сознание несколько уже в этом отношении. Менее способно воспринимать новые истины. У вас оно иного характера, это сознание, но чуть-чуть в этом отношении более расширено. Как бы об этом говорят, космическое сознание, вот такие вот оттенки, они у вас более развиты. Поэтому у вас большая способность оценивать истину, несколько шире ее видеть, глубже ее видеть. Но тем не менее, даже при этом видении суждения очень напоминают Ветхий Завет и в лучшем случае Новый Завет, уровень суждений. А чтобы сказать новые истины, надо еще шире раздвинуть сознание. Иначе вообще будет мало что понятно, мало что будет согласоваться. А если что-то и будет согласоваться, то вы легко возьмете как раз негативную сторону понимания явления и не сможете увидеть положительную сторону, которая действительно в этом закладывается. Потому что если открывать какие-то новые понятия бракосочетания сейчас пока нельзя, вы легко возьмете не ту сторону в этом объяснении. Но тот закон, который существует, он несколько изменится. Потому что у вас начнется сторона вечной жизни. А значит, кое-что необходимо будет видоизменить. И говорить об этом законе сейчас пока рано. Это надо перейти немножко на другое мышление, восприятие реальности. Так и истинное о бытие вечности не все можно легко приоткрыть. Для этого надо чуть-чуть поменять ваше восприятие, раздвинуть эту широту сознания, и тогда вам легче будет многое понять. Тем более, что вы проходите постепенно ступени, когда не замечая, хотите вы, не хотите, у вас потихоньку меняется
мировоззрение, меняется способность делать оценки по отношению к той реальности, которая рядом возникает. И она, это изменение происходит по определенному закону, по определенному, можно сказать, даже плану, о котором вас не обязательно даже вводить в курс этого закона. Это будет происходить у вас независимо, знаете вы это или не знаете, обращаете на это внимание или не обращаете. Так как одно то, что вы уже знаете, что случайности не бывает, то вся серия ситуаций, которая с вами связана, она именно готовит ваше сознание к новым ступеням. Индивидуально каждого. Слова, говорящие о том, кто призовет имя мое, спасен будет, она показывает эту истину немножко сухо. Но смысл сводится к тому, что даже любое упоминание ваше обо мне позволяет мне помогать вам. Любое упоминание. Но помогать это будет возможность открыта только когда вы вспоминаете положительно, как бы открывая свое сердце. Насколько в этом случае сердце открыто и доверяется, тем больше я могу входить и помогать. Если это вспоминается отрицательно, то мне выйти невозможно. И, конечно, это мою силу вызывает его воспоминания. Но она не входит в сердце, потому что она закрыта. В этот момент дверь его закрыта. Он ругает или что-то делает. И в этот момент только сам себя хуже сделает. Наш Господь, мы кроме как через тебя не можем вынести свою славу. Все обряды истекают как следствие духовности. И если я пришел к пониманию того, что ты Господь воплоти на земле, как мне нужно по-иному, если уже есть все? То есть, ну... Можно, конечно, создавать иллюзию каких-то тайств, но вот есть ты, Господь, и все. Я знаю, что нет иного пути, кроме как через тебя, к славе, к восславлению Господа. Как же, игра, театр, что ли? Потому что вот, я сижу, и я знаю, есть фотография, есть клип твой, клип Господа на земле. Но вопрос-то нельзя и не должно создавать человеку, потому что не поклоняйся другим богам. Ну нет никого больше, вот ты, Господь, это одно, потому что по-другому он воплотится на земле. Ну все, как? Смотри, я лишь тот, кто помогает вам исполнять предначертанный вам труд. Ваша жизнь – это множить славу Бога и нести славу Его в мироздание Вселенной. То есть благодаря законам материи, в которых вы проявляетесь, вы позволяете любви, видимо, заполнять мироздание. Потому что иначе Отец существует, но о нем не знает никто ничего. Потому что этот закон невидим, его нельзя фиксировать законами материи. Вот поэтому ваша жизнь – это нести славу Отца, множить эту славу деяниями своими и распространять в мироздании. Моя же истина – поддержать вас в тот или иной момент определенный, стать вам опорой незыблемой тогда, когда вы можете упасть, есть вероятность упасть. И осветить направление, в котором вы можете двигаться и должны двигаться. Вот моя особенность. То есть, как бы, конечно, через меня у вас несколько сужается, расстояние сближается между вами и отцом вашим. Потому что так вам многое проще осознать, многое проще почувствовать. Но это свой мостик. Об этом правильно догадались однажды, что это свой мостик между отцом и человеком. Ну, пускай этот мостик, он дальше будет вами познаваться. Поэтому моя суть – это ваша вам помощь. Это закон, живой закон, который корректирует нынешние ваши действия. И который по-своему для меня создает очень большую трудность. Очень большую. Я учу вас не страдать. И показываю вам легкий путь, как выйти из этого страдания. Но для меня этот путь в данном случае закрыт. Для меня не присущ. Поэтому мой путь, он будет страдающим. Неизбежность. Потому что мое существование – это основа страдания. Мое существование среди вас – это требование к вашей жизни. А я вас учу не требовать. И тогда вы перестаете страдать. Когда вы не требуете к окружающей реальности, вы не можете страдать. Вы принимаете ее как должное, и естественный ход событий позволяет вам развиваться в естественном русле. Мое существование нарушает всю естественность событий. Мое существование вообще как бы неестественно. Если я пришел в мир,
значит, я пришел его изменить, изменить его естественный ход событий. Потому что в естественном образе бытия вы еще можете развиваться тысячи лет, прежде чем осознаете братство, единство, любовь и попробуете действительно реальный шаг это сделать. Но не выдержит материя, на которой вы находитесь. Значит, требуется мое вмешательство в эту жизнь и потребовать от вас сделать то, что в естественном виде вы сделать не в состоянии пока. То есть мое существование – это требование к вашей жизни. А раз требование, значит, неисполнение этого требования будет приносить мне страдания. Потому что я требую, а вы не делаете. И это приносит естественно определенные ощущения. То, как вы требуете к ближним, и видите, что они не исполняют. Вы мучаетесь. И вот когда вас учу не требовать, а правильно воспринимать ближних, вы перестаете мучиться. И это будет для вас единственный очень важный момент, который позволит гармонично существовать. Но не для меня этот закон. Мое существование – это требование к вашей жизни. Все. Никак этого не пойти. Я меняю, естественно, ход событий. Мое существование позволяет сделать тот скачок, который не присущ в естественном ходе развития. Это позволяет проникнуть через время, сузить время, и позволит за короткий период сделать невероятный скачок, нагнав то, что потеряно до этого, догнав определенную ступень гармонии, и, войдя в эту гармонию, уже продолжить нормальную жизнь дальше. Поэтому для вас в этот момент переходный всегда требуется некая сила, которая восполнит то, чего вам не хватает. Иначе своими силами вы не сделаете этот скачок. Это невозможно. Ваши собственные усилия, они возможны только для естественного хода тысячелетнего еще большего развития дальнейшего. На большего нет. Значит, что-то должно прийти к вам, что умножит ваши силы и позволит сделать невероятное. Вот поэтому совершается подобное событие. Но дальше включается свой ход различных законов, который начинает сказываться и неизбежно действовать. И все уже дальше зависит от того, как вы сумеете поверить, принять и совершить действие. И поэтому, когда в этот период вы умеете полюбить истину, вы умеете слиться с этой истиной сердцем к сердцу в единое целое, вы приобретаете величайшее таинство, силы, равной которой нет ничего. Тогда вы становитесь способными преодолевать любые преграды и достигать всего того, что вы хотите. Это очень нужно. Но верит ли человек? Сумеет ли он поверить? Сумеет ли он довериться? Допускает ли он какую-то толику сомнений? Где можно обязательно сказать, что сомнение – это есть действие, оказанное на ручку двери. Чем больше сомнений, тем дверь больше прикрывается. Меньше щель остается, меньше возможности войти в эту щель. Благодать никогда с насилием не входит. Она как легкое дуновение, нежное-нежное. Сколь бы ни было петля двери смазана, она дверь никак не колыхнет. Поэтому все зависит от той щели, которую вы оставите для этой благодати. Это как солнечный луч. Он никогда не толкнет дверь. Откройте больше, больше светом зальет вашу комнату. Меньше, меньше зальет. Так и здесь. Все зависит от того, как вы откроете дверь. Поэтому, что бы я вокруг ни делал, я могу оказать только помощь в том случае, когда вы имеете это доверие. Ни в каком другом случае. Во всех остальных случаях я буду просто ходить, мучиться на вас, смотреть, но я сделать ничего не смогу. Откройте дверь, зайду в вас, вы сделаете все. То есть через вас будет сделано все. Но это вам надо впустить. А это и есть ваше доверие. Поэтому вера, она никогда не определялась какими-то ложными, такими сложными понятиями, философскими суждениями. Вот вера, мне вот там не дано Богом верить, а ему дано, вот там бы надо помолиться, пусть мне вера будет дана. Это все глупенькие рассуждения. Вера имеет простое элементарное объяснение. Это полное доверие. А полное доверие – это уже отсутствие страха. Потому что вы полностью доверились. Значит, какое сомнение? Это все просто. То есть вот это полная детская самоотверженная самоотдача. Поэтому дети, они легко доверяют.
А взрослый сомневается. Они слишком много пропускают через голову, а там такой лабиринт, где выходов нет. Там один лабиринт. Можно играть в этот кроссворд, бесконечно крутить это все. Голова будет болеть, а истину познать так и не удастся. Головой нельзя познать истину. Можно фиксировать только происходящее событие и анализировать их, но заглядывать вперед – это пустая затея. Так вот, все определяет ваш внутренний порыв, насколько вы умеете смело шагнуть, смело доверяясь тому, что измеряет ваше сердце. И когда в этом случае человек смел, он всегда находит истину, он всегда найдет ее, никогда не пройдет мимо нее. Только одни найдут ее сразу, другие поступенчато. Потому что, находя какую-то очередную ступеньку, они будут самоотверженно ей отдаваться, но обязательно почувствуют однажды, когда дорастут до нее своим состоянием, что чего-то им в ней не хватает, и они будут видеть что-то большее уже в другом месте. Встанут, пойдут к этому большему. И так по большему, они однажды находят на ступень, выше которой уже ничего никогда не увидят. И все, на ней они останутся вечно. То есть они к истине придут. А кто-то сразу найдет истину. Но у него тоже, допустим, момент, когда он временно ее будет покидать. Это тот момент, когда он подойдет к тому месту, где для того, чтобы нести эту истину дальше достойно, ему кое-чего будет не хватать. И тогда он выйдет с этого места, побродит в некоторых лесах, соберет необходимое для своего опыта, вернется на эту ступень и продолжит тогда ее нести достойно дальше. Но ему надо будет выйти и подобрать то, чего ему не хватает. Тогда он временно покидает. Но он все равно опять же вернется на ту же самую ступень и продолжит дальше. Вот поэтому и нужно было смелое ваши самоотверженные действия, детские, наивные. А в этом как раз и проблема. И вы вроде бы и доверяете, но как только ситуация чуть-чуть ущемнет ваш интерес, вы сразу разочаровываетесь. Или, по крайней мере, допускаете очень серьезное сомнение, потому что ваши собственные взгляды, они во многом дороже. А ведь истина часто может просто проверять вас. Где как вы можете узнать, проверяет она или не проверяет? Она действует по своим законам, которые неисповедимы. А неисповедимы – это значит, об этих законах вам не рассказывают и не поясняют, почему было сделано так или это. Вот поэтому пути Божии неисповедимы. О них никогда не рассказывают, для чего что-то делается. Делается, потому что так надо. Но за вами доверие или недоверие. Так что видите, сейчас мы тронули кое-какой момент, о котором вы во многом и не задумывались. А за ним, если его трогать, то там идет целая цепочка таких рассуждений, которые такой мир создают, о котором человек даже не подозревал, что он существует. Он просто рассматривал слона с одного места и думал, что слон – это веревочка. Другой думал, что это змея. Трогает одно место какое-нибудь. Как слепые философы. Ведь им же требуется время. Ведь только единственная возможность может позволить им сделать правильное представление о том, что они трогают, это время. Когда они смело обходят все вокруг. Тогда в конечном итоге они образ могут правильно создать. Поэтому даже слепые могут увидеть правильный образ, но для них требуется время. А если они кратко прикоснулись, начинают утверждать, что вот если он прикоснулся, то это единственное место, которое только и есть у этого предмета, конечно, тогда он будет в этой догме пребывать, ему и будет казаться, что слон – это маленькая веревочка за хвост дергает. Вот поэтому, видите, человек прикасается к огромному-огромному таинству. Но с какой-то одной стороны, он похлопал, это все, ему кажется, что он все понял. Ну чего ж там такая поверхность-то, еще миллион раз прикоснуться надо с разных сторон, чтобы только хоть немножко представить, что это такое. А человек рожден слепым, в этом отношении именно. Поэтому уже как раз его терпение, способность делать смелые объективные оценки, оно может позволить ему с течением времени обязательно сделать правильный вывод. Но он никогда не торопится первый сделанный вывод уже считать единственным верным
и отстаивать его во что бы то ни стало. Это вот так догма и рождается. Ну, это же ладно, то сейчас мы затронули тему большую. Вам работать будет некогда, будете рассуждать. Учитель, а вот насколько важно держать как бы твой образ в своем сознании? Насколько важно? То есть что это дает, скажем, вообще? Дает то, что я сейчас сказал. Любое упоминание, воспоминание, оно позволяет быть не рядом. Вспоминай те минуты, когда я говорил простые фразы, что вы пропитываетесь всегда тем духом, на который взираете. Если вы взираете на лучи солнца, вы будете заполняться солнечным светом. То есть ваши глаза не пьют. Можно так даже сказать. Если смотрите в тень, вы наполняетесь мраком. Если смотрите на того, кто улыбается, чем дольше смотрите, тем больше хочется смеяться. Смотрите на плачущего, чем больше смотрите, тем хочется больше плакать. То есть вы на что обращаете внимание, тем больше и пропитываетесь. И тем это больше заполняет вас, оно начинает вами действовать. Так вот, чем больше вы смотрите на божественное что-то, тем больше вы пропитываетесь этим духом. Вот почему старцы многие, они старались только одно имя держать у себя, старались только на одном пытаться удержать свое сознание, это позволяло им преодолевать очень многое. И в данный момент это, конечно, большую роль должно играть в вашей жизни. Но это момент, когда вы можете пользоваться помощью. Когда вы сочтете это необходимым, но смотрите по необходимости. То есть чем полнее вы будете это исполнять искренно, тем больше будете иметь возможности преодолевать то, с чем вы сталкиваетесь. Вопрос ко мне. Нет, простите, женщина, завершающая не то. Просто вот я как-то обмолвилась на берегу, что вообще сейчас 5-летний юбилей. 5 лет назад ты ступила на эту землю. Помнишь, да? То есть именно в это время, в этом месяце, 5 лет назад твоя нога судьба ступила. Ну так случилось, что вот ребята как бы востребовали, говорят, Таня, да, расскажи, как это было. И вот ночь провели в палатке, вот у Даньки с ребенком, все мужчины. Мы вспоминаемся. Ты не можешь вспомнить свое первое ощущение? Вот когда ты ступил на эту землю, вот как в тебя? Понимаешь, я не могу себе передать. Я рассказываю то, что я чувствую, понимаешь, но я женщина, и мне... А когда ты вступил первый раз, 5 лет назад на эту землю? Ты спрашивают, как сейчас, и атмосфера, то а когда тогда? Ну, в честь юбилея. Вот сейчас другое скажу. Что в этот вечер природа устроила торжество. Помнишь, как все надвинулось? Поднялись волны, да. Чувство с такой упругой, дуновение, дыхание природы. Она как бы приветствует, радуется. Да. Какая сила, мощь сразу поднялась к вечеру. Так оно... Гребешки такие седые, ага. Как будто океан, а не озеро. А когда в момент уезжать был, заморосил такой дождь. С утра моросит. Льется, так ему жалко стало, туманом все окуталось. А все дни, всю неделю это был хороший, солнечный, прекрасный день. Как только уже все заморосило. И такое плаксивое такое состояние возникло. Природа очень сильно реагирует на то, что происходит на поверхности. Поэтому здесь настолько все живое, если оно в чем-то вас ругает, эта природа. Значит, что-то все-таки вы нашалили где-то здесь, она показывает свое недовольство. Но она очень хорошо все чувствует. Вы там таскали всю неделю то, что грязь месили. Вообще дождь бывает разный, конечно же. Я дождь вообще очень люблю. Как правило, куда бы я ни приезжал, там льет дождь сначала в этом городе. Там его сильный ливень промывает, потом мы туда въезжаем.
как по Болгарии, вот каждый город, когда заезжаем, там вас сначала, как правило, проливает хорошенько. Либо это после проповеди, проповедь заканчивается и начинается проливной дождь. То есть тут сразу разные бывает. Хочу пора не пролить. Здесь очищения было просто. Ты сказал насчет душевых, нас 2 недели хорошенько прополоскало. Душевые были в прямом смысле слова. Да, буквально. Какая мысль это? Ну попробуйте.